Как написать отзыв? Первый вариант – оставить его там, где мы с вами обсуждали заказ. Это WhatsApp или личные сообщения. Еще один вариант – в своем аккаунте в соцсети. Это ВКонтакте, в Одноклассниках, в Инстаграме, смотря где вы зарегистрированы. Не забыв отметить меня на фото. Однако помните, что если у вас аккаунт закрытый, отзыв я увидеть не смогу. Поэтому этот вариант подойдет не всем. Также вы можете оставить отзыв в теме обсуждений моей группы ВКонтакте. Если вы оставляете отзыв с фото, вы получаете 15% скидку на следующий заказ. Просто не забудьте мне об этом напомнить. А если вы не знаете, о чем писать, ниже под этим видео будет список вопросов, на которые я предлагаю вам ответить. Вы можете отвечать не на все вопросы, а только на те, которые вам будут удобны.